Скоро на 31-м канале стартует самый масштабный и смелый проект на отечественном телевидении – «Дом Весы». Заявки для участия в грандиозном шоу поступают со всех уголков Казахстана. Более 1000 человек готовы сражаться за главный приз. Но только 10 счастливчиков смогут пройти отборочный тур и претендовать на призовую сумму. О самом невероятном эксперименте в истории казахстанского телевидения расскажет Нургали Карабаев. «Дом Весы» – самый крупный и беспрецедентный в истории казахстанского телевидения проект. Принять участие в новом шоу 31-го канала изъявили желание уже больше 1000 казахстанцев. Мы объявили кастинг среди участников, потенциальных участников этого проекта. Более 1000 заявок на сегодняшний день поступило. И в середине августа мы будем проводить уже второй этап отбора, после которого определимся с потенциальными участниками этого проекта. «Дом Весы» – это не только шоу о похудении, а драматичный и захватывающий бой сильных характеров, демонстрация способностей обычного человека на пути к настоящей мечте. Авторитетные жюри из представителей 31-го канала, а также эксперты в области психологии и диетологии выберут 10 участников главного шоу страны. Конечно, в этом проекте вес имеет значение. Он должен иметь массу талантов, он должен иметь избыточный вес, он должен не иметь противопоказаний каких-то медицинских к похудению, он должен там иметь собственную историю, иметь мощную, хорошую мотивацию для того, чтобы заработать деньги. Не заработать, а выиграть деньги. Сейчас идет активная фаза строительства дома весов.